Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И что же сегодня за видео? Сегодня очень классное видео, потому что я расскажу вам о всех своих многочисленных блесках для губ. Если вам интересно, оставайся со мной. Ох, мои хорошие, вот мои блески. Я их обожаю. На самом деле здесь не только есть обычные блески, но и много-много необычных блесков с разными эффектами. Итак, с чего бы я хотела начать? Начать бы я хотела, наверное, с самых простых, которые у меня есть. В общем, ничего особенного. Тут все очень шатко. Но мы попробуем. Значит, первое, это вот эти две помады. Я их покупала в аптеке. Вот, может, кому-то знаком вот этот вот значок. Как оно все... Бельведер, да. И я искала, у них есть, вот у меня у подружки есть помада, которая вот такая прозрачная и полностью прозрачная сама помада. Но я такую не нашла. Я приобрела себе один раз одну, другой раз другую. Они оказались, в общем, обе непрозрачные. Потому что они упакованы, и там, по-моему, не видно даже. Они очень необычно открываются, вот что мне нравится. Видите? Обычные абсолютно, не оставляют никакого за собой следа. Запах у них разный. То есть вот здесь более насыщенный в зелененьком. Вот здесь вроде бы как роза, но она уже такая неявная. Она у меня уже давно. Может, выдохся. Вот здесь вот яркий запах такой, с кислиночкой немного. Очень классный. Мне нравятся вот эти вот помадки. Дальше давайте сразу уберем мой блеск, который я сделала сама. И я вам покажу на него тоже. Видео я уже выложила. Он делается очень быстро. Вы там все увидите. Полезный и вкусный. Дальше блеск вот кругленький, который я покупала не так давно. И делала, кстати, конкурс на него. Девочки выигрывали, я отсылала розовенький. У них очень классный запах. Тоже они не дают особого цвета. Но у них очень классный запах, просто жвачка с кислинкой, со сладинкой. То есть и очень удобно пользоваться им. Вот в отличие от вот ну, таких вот, да, допустим, и вот те, которые я сделала. То есть ни кисточек не нужно, не нужно засовывать в банку губы, не нужно руки пачкать, очень удобно. И, в общем, кругленький, необычный дизайн такой, мне нравится. Следующая помада Maybelline Baby Lips. В принципе, помада неплохая, увлажняет хорошо, у нее такой нейтральный запах, немножечко вроде бы сладенький, но есть запахи намного лучше среди моих помад, и он оставляет за собой легкий такой оттенок, вот у меня коричневый оттенок. В общем, неплохо сияют губки после него. Если кто не пробовал, можете попробовать. Но я люблю очень запахи у помад, чтобы были запахи, и это для меня важно. Дальше я приобрела вот в Ашане такие вот, кстати, помады. Одно время моя любимая помада была, это вот, вы наверняка все ее знаете, в Ашане клубника, малина, облепиха. Я люблю клубнику и малину. Для меня она была вообще идеальная, потому что, то есть она дает цвет, легкий-легкий, хоть сама она и красная, да, но она дает легкий цвет. Она невероятно вкусно пахнет, ну, то есть особого цвета прям не дает, но на губах можно увидеть легкий блеск. И я просто ее обожаю, если честно. У меня было их просто тысячи этих помад, я их и раздарила всем. Они стоят копейки, но для меня она была очень классная. Но после того, как я приобрела многочисленное количество других помад, конечно же, появились всякие фавориты. Это тоже я взяла в Ашане, тоже мне нравятся запахи у этих помад, очень классные. Они вот такие, вот такого необычного цвета, синие и другие цвета, ну то есть вот синяя помада, да, необычная. И не оставляют никакого, в принципе, вот легкий блеск, как вы видите, не оставляют за собой цвета, красное, то же самое. Может быть, легкий отлив. Вот у них перламутр какой-то, видите, такой голубой отлив. Ну, совершенно он не особо заметен будет на губах. Поехали дальше. Дальше у нас вот такие помадки. Вот это очень вкусно пахнет. Она увлажняющая просто. Очень вкусно пахнет, не оставляет за собой следа. Просто гигиеническая помада. Запах у нее прям апельсинки какой-то. Ну и очень необыкновенный дизайн. Такая вот кисненькая.
Это я купила, в принципе, на рынке, поэтому вряд ли... Я думаю, у нас такой рынок есть, где все продается с Алиэкспресс, поэтому все вот эти вот помадки, которые, если я не говорю магазина, да, то вы можете посмотреть на Алиэкспресс. Вот такая вот девочка у нас красавица есть. Помада внутри вот такая красненькая. Пахнет очень вкусненько жвачечкой. И она у нас еще с охлаждающим эффектом. Такая клубничка с охлаждающим эффектом. Я этот легкий эффект особо не почувствовала на губах. Может быть, потому что у меня есть помада, где эффект намного-много сильнее. И как раз мы к этой помаде и перейдем. И я ее купила тоже в Ашане. Green Planet. Бальзам для губ. 3D объем. Коллаген и мята. Здесь, конечно, очень классные эффекты. Вы знаете, мне это очень нравится. Она, то есть, делает объем, вроде как визуальный объем написано, да? Ну, у меня губы и так сами по себе небольшие. И мне этот объем не особо важен, но само понимание этого прикольно, да? Вроде бы начинаешь губки дуть. И плюс он делает реально очень мятный эффект. И прям действительно так пощипывает губки, ментол такой. Прям что-то как будто происходит. Следа никакого не оставляет. Но ощущения очень приятные, и мне нравится им мазать прям. Как только этот эффект проходит, через 2-3 минутки хочется снова намазать, чтобы его почувствовать. Так что эта помада мне очень нравится. И запах у нее жвачки Steamroll. Очень классный. Дальше мы приступим вот к такой помаде. Это Нивея, вы все ее, наверное, знаете. И мне нравится, вы знаете, мне нравятся помады, которые оставляют за собой легкий какой-то след. Поэтому я брала Нивею, ну, естественный след, не зеленый, не синий. Поэтому я брала Нивея красную. Запах у нее классный, да, вишневый, но есть и лучшие запахи, опять же. Вот я вам говорила, что прям классный запах. Вот они намного класснее запахи. Мне Нивеевский не очень нравится. Она у меня такая затертая, потому что она все время у меня в сумке валяется. Вот. И мне нравится этот эффект, в принципе, от нее, так же, как и вот от вашановской клубнички, да. То есть мне они вот одинаковы. Ну, увлажняют все помады, в принципе, хорошо и на губах приятные. Вот все, о которых я говорила, да. Следующая помадка NYX, которую я взяла. У нее запах такой не очень характерный, как у многих других, да, вот яркие такие. Тоже примерно как Maybelline похоже. И тоже она оставляет за собой вот такой вот небольшой след. Оранжевенький. Очень легкий. Достаточно увлажняет губы, комфортно, в принципе, чувствуется. И удобный, стильный дизайн. NYX. Это я купила в магазине NYX. Дальше у нас вот такая вот помадка Nu Skin. Это американская марка. Они мне присылали давно-давно на обзор. И, в принципе, помада эта мне нравится. Но единственное, мне не нравится, что она вот так снимается. Вот эти колпачки я не очень люблю. Здесь в NYX даже они поудобнее еще. Как-то есть хватка. А здесь вот маленькая. И особенно если руки жирные, то вообще невозможно открыть. Даже вот нежирные невозможно открыть. Ну, здесь у нас защита УФ лучей 15 от солнца. И, ну, тоже она вроде бы объем делает, вроде бы все там увлажняет и так далее, и так далее. В общем, особых таких результатов прям я не знаю. Но может быть то, что она делает, действительно защищает от солнца. И это хорошо. Ну, помады тоже эти не дешевые. Не помню, сколько стоит точно. Но... В общем, вот такая вот помада. Пахнет вкусненько, сладенько. Неплохая, в общем. От солнца можно. А дальше у нас вот такие вот прикольные. Вот такие вот прикольные Фанта, Спрайт, Кока-Кола. Мне очень понравилось. Так они прикольно смотрятся. И они дают разные оттенки. Знаете, что интересно, что, допустим, красная, да? Понятно, красная. Она дает... Пахнут они все одинаково. Каким-то сладким запахом. Красная дает, допустим, вот такой нам красный отлив, да, понятно. Это ясно. Ничего не скажешь. Но когда оранжевая тоже дает красный, какой-то розовый, у них немножко разные оттенки у всех. И зеленый.
тоже. Ой. И зеленый тоже дает. Ну блин. И зеленый тоже дает. Ай, короче. В общем, я сломала помаду при вас абсолютно новую. Что мне теперь делать? В общем, цвет дает тоже розу. Видите, разные отливы. Но просто смешно и интересно то, что оранжевый. Просто мне жарко в квартире, наверное, поэтому. Либо делают так некачественно. Запахи у них примерно одинаковые. Нет такого, что кола пахнет колой, фанта, к сожалению. Примерно одинаковые. Один чуть кислее, другой чуть-чуть там еще какой-то непонятный. Ну, в общем, они вот такие разные оттенки дают. Когда зеленый дает розовый оттенок, то это необычно. Ну, они вот такие необычные дизайны. Дальше. Вот такая вот Kiss Me. Это от Divash. Я покупала в магазине Divash. Очень мне нравится. Она, конечно, дает прекрасный блеск вообще губам. Единственное, неудобно пользоваться ею. Это надо либо пальцем, потом палец такой жирный, я так это не люблю. Пахнет она жвачкой. Прям я обожаю эти запахи жвачки. Вот, покажу вам на пальчике, да? То есть, видите, она дает прям блеск. Блеск. На солнце очень классно. Вот. Запах замечательный, цвет красивый. 04. Персиковый такой. Их давали, кстати, в подарок, когда покупаешь там на определенную сумму. В Divash всегда подарки, что мне очень нравится. И цены у них хорошие, и подарки есть. Дальше помада, которая вообще мне нравится, я ей постоянно пользуюсь. Эта помада, может быть, вы помните, давно-давно проявляет. Но что здесь хорошо, что на разных губах, то есть она будет проявляться по-разному. Зависит от pH. Я, кстати, ее накрасила как раз-таки в начале видео, когда я с вами разговаривала. Она была на мне. Она вот такая зелененькая. Ну, когда мы ее наносим на губы, она дает разные цвета. Разным губам разные цвета. Не очень яркая, да, такие какие-то нейтральные. Но посмотрите, обратите внимание еще раз в начале на то, с какими губами я снимаю видео. И вот, наконец-таки, мы дошли до нашей девочки, до нашей принцессы. Вообще просто нереально классная упаковочка. Мне она очень нравится. Такая девчачья. Вот так она открывается. Запах у нее, знаете, как раньше были у нас... У мам наших были помады, они так пахли. Не знаю почему, но мне напоминает. Здесь присутствует вот такая кисточка, которой можно красить. И заполнено все. То есть вот это, блеск, корона, личико. Тоже все в блеске. Но с легкими блесточками. Не знаю, может быть, вам не видно здесь внутри блесточки. Поэтому я думаю, что примерно будет это как Divash. Ой, покупала я ее тоже в ларьке таком, знаете, магазин. Случайно увидела. И очень оно мне понравилось. Думаю, надо взять. Ой, даже руки. Руки тоже. Руки — это тоже блеск. Представляете? Все в блеске. Ну, в общем, вот такая классная девочка. Итак, если мои видео вам понравились и какие-то блески, может быть, есть у вас, или вы хотите что-то приобрести, и то, что я рассказала, было полезным для вас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди расскажу очень много интересного, коллекции хайлайтеров и многое-многое другое. Оставайтесь со мной. А с вами была Селена Свей. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!